Вот машина гражданской обороны предупреждает, чтобы все шли домой и выходили только за продуктами или в аптеку по-итальянски. Говорит, внимание, внимание, все граждане, идите домой. Выходите только за продуктами и за продуктами и в аптеку. Идите домой. Нельзя собираться кучками на пиаццо. Вот она. Прато де ла Валле, самая большая площадь в Европе, где я уже, по-моему, 3 раза снимала эту пиаццу. Это Прато де ла Валле, эту площадь. Самая большая площадь после Красной площади в Москве. Я решила сейчас пойти домой, потому что... Здравствуйте, бонжорно. Потому что... Не хочу, чтобы мне сделали штраф. Всем желаю здоровья и добра. Все-таки у нас свободная жизнь от карантина начинается только с 4 мая, и они об этом предупреждают, чтобы не выходили.